Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. Простите меня. Скажите, пожалуйста, у меня зять сейчас в данный момент болен, и он не крещен. Могу ли я ему в церкви заказать молитву о здравии? А зачем вам заказывать? Вы молитесь сами. Понимаете? Потому что можно молиться и не только за вашего родственника некрещенного. Знаете, есть у нас молитвы и о насекомых, о пчелах. Есть молитва и о стадах, то есть домашних животных. А что ж, о человеке нельзя помолиться? А почему нельзя в церкви вот попросить, ну, молебен заказать, записку подать? Можно, можно. Но только не на литургии, а на молебен. То есть на молебне о здравии можно? А почему? Никакого препятствия здесь нет.